В этом году мы принимаем вот 11 новых автомобилей. Вот пообщавшись со специалистами нашей станции скорой помощи, они вот как раз поделились своими впечатлениями, что в былые годы поступали просто автомобили без медицинской начинки. Сегодня мы видим, что автомобили полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания помощи жителям. Поэтому, конечно, поступление новых современных автомобилей для станций скорой помощи, для наших районных больниц в первую очередь решают ту важную задачу, о которой мы всегда говорим, это качество и доступность медицинской помощи в Камчатском крае.